главные принципы, можно сказать, кредо, да, такое, у меня был, мне нужен был человек, который максимально духовно близок ко мне. Понимаете, вот чем человек духовно ближе ко мне, чем я с ним чувствую духовное родство, значит, это мой клиент. О чем вы начинали разговор? О Булгакове? А это в зависимости от клиента. Сколько от момента знакомства до, собственно говоря, финала занимало? Сколько времени проходило? Я любил подольше. Ну сколько это? Подольше это час или это 10 Нет, минут? Нет, час это слишком мало. Ну часа 3 хотя бы. Угу. То есть мне надо было пообщаться, мне надо было как-то поговорить. Так быстро, по-быстрому это все как бы не делается. Мне не только важно было умертвить самую плоть, но мне важно было вот это вот, осознать все вот это вот. Поэтому подбор жертв должен быть очень такой точный.